Всем привет. Так, сегодня мы вырезали вот такое вот панно. Вот у нас панночек, вудроутер стоит. Покажу его. Вот он идет у нас вот такой вот. Вот вудик. Вырезал я сегодня вот такое вот панно. Илья Муромец. Вроде как называется. Картину не помню точно. Но суть проблемы какая. Вырезал, но... Так получилось, что на камне вот нету текста, как на картине. Я сейчас в арткаме по-быстрому написал здесь текст, перенес с Википедии. И сейчас мы будем дописывать вот сюда текст. Собственно, пошел процесс нанесения непосредственно текста. Вот, собственно, у нас идет процесс на камушек, потом это я все шлифану, маслом скрою, и будет хорошо все выглядит. Сейчас осталось текст дорезать и вырезать саму заготовку. Я скрываю сначала маслом для нуля, а потом непосредственно воском.